Сегодня мы посмотрим самые стыдные анимации радужных друзей. Ну а чтобы зеленый стал твоим другом, прямо сейчас поставь лайк и нажми на красную кнопку подписаться. Все, ребята, первый мультик начинается. Это у нас игрок из Poppy Playtime, и у него есть скейт. Это типа, чтобы быстрее убегать от монстров. Так, ладно, ребята, мамочка что-то скучает. Так, она что-то хочет. Она хочет, ребят, тоже научиться кататься на скейте. Блин, ребят, это будет очень забавно. Ребят, а вы о чем мечтаете? Напишите, ребят, в комментариях и поставьте лайк, чтобы эта мечта сбылась. Так, ладно, ребят, пока что игрок вовсю резвится на своем скейте. И мамочка что-то задумала. Зачем она выставила ногу, ё-моё? Это же больно! Я как понимаю, ребят, она хотела, чтобы игрок спотыкнулся, но вместо этого она сама себе навредила и превратилась в лепешку. Зачем она это сделала? А игроку смешно, конечно, блин. Нет бы, чтобы поднять и помочь ей, он дальше продолжает кататься. И за это, ребята, она сейчас его... Его, ребята, пустят в эту ловушку. Ё-моё, это будет очень неприятно. Игрок, открой глаза, там ловушка огроменная. О! Он... А, фух, ребята, он не попал в ловушку, он промахнулся. Но это было очень близко. О, а это, ребята, его брат. Он-то вообще не знает про ловушку, нет! Ё-моё! Он, скорее всего, ребят, на нее встал. Нет, блин, нет! Ребята, брат-игрок угодил в ловушку. Мамочка этого точно не ожидала. Она не хотела, ребят, этого. Посмотрите, ребята, теперь из него течет. Так, о, смотри, о, блин, ребята, анимации реально бомбезные. И это только начало. Впереди еще куча крутых анимаций и Poppy Playtime. О, ребята, сестра фиолетовая и мамочка подружились. Теперь они вместе живут. Ладно, окей. А игрок приготовил печеньки. Всем все нравится. Нифига они там кушают, конечно. Так, ага, игроку пришла какая-то идея. Он решил приготовить кучу печенек. Ё-моё, сколько они вообще едят? Как это вообще в них вмещается? Офигеть! Ё-моё! Ребята, им потом, конечно, добро пожаловать в туалет. Им будет очень трудно. Что такое? Откуда у них такая вместимость? Ё-моё! У них попа слипнется. Ребята, а вы какую любите еду? Именно из вкусняшек. Напишите, ребят, в комментариях. Вот я очень сильно люблю сникерсы, киткаты и всякие там, не знаю, киндеры-сюрпризы. Это очень круто, очень вкусно. И печеньки, конечно же, тоже. Так, оу. Будете еще печеньку? Кушайте печеньки. Становитесь все больше и толще. Офигеть, там печенек. Так, ладно, ребята. Мамочка что-то злится. Это новая анимация. А, она кого-то обучает в школе. О, ребят, смотрите, это синий друг и радужные друзья Roblox в Poppy Playtime. Но синий друг, ребята, спит, он не учится. И ему снится какой-то странный сон. Он находится, ребят, в каком-то сладком мире. Воу! Так, что-то он нашел. Нифига там сладости, ребята! Ребята, ставьте лайк, если бы хотели тоже попасть в такой мир. Офигеть! Прикиньте, ребята, представьте, только те сладости, которые вы любите. Это же обалденно! Но много сладкого все равно, ребят, нельзя кушать. Это очень вредно для организма. Так, оу. Что это такое? Это сладости в виде алфавита? Ё-моё, какие они страшные, ребята! Что это за буквы такие? Обалдеть, синий друг, давай беги быстрее! А то они тебя съедят! Вот, да, ребят, ирония судьбы. Он хотел съесть сладкое, а вместо этого сладкое будет есть радужных друзей. Так, окей, все. Синий, тебе капец. Быстрее беги. Хотя это всего лишь сон, но все равно, это очень стрёмно. Так, все, он проснулся. Так. Все в шоке, ребята, он всех испугал. Мамочка злится. Почему ты не учишь алфавит? Ты только что и делаешь, что и спишь на уроках. О, ребят, смотрите. Там были алфавиты. Обалдеть. А что такое? Что происходит? Смотрите, ребята, радужные друзья превращаются в алфавит. Ага, синий превратился в F. Так, теперь зеленый. Окей, он превращается в букву I. Ё-моё, ребята, это выглядит очень прикольно. Они похожи на каких-то супергероев из Marvel. Так, ладно. Ага, теперь фиолетовый. Блин, ребята, это очень похоже на стыдные анимации Poppy Playtime. Реально. Блин, ребята, это очень забавно выглядит. Воу! Это буква П была. О, это, ребят, дом радужных друзей. Что случилось с буквами? Почему все вырубилось? Так, ладно, синий друг, ребята, испуган. Воу! Это какие-то монстры ходят в их доме. Кто это? Ё-моё, ребят, что это за монстр такой? Офигеть! Ребят, синего друга, что, его заразили? Что это за кляксы? Ребят, если вы знаете, кто напал на синего друга, напишите в комментариях. Я первый раз вижу такого монстра.
Так, оранжевый, беги быстрее! Это теперь не твой друг! Это какой-то монстр! Его заразили! Все, ребята, началось заражение радужных друзей. Это чем-то похоже, ребят, на зомби-апокалипсис. Так, ага, они загнали зеленого друга в ловушку. Все, теперь зеленому тоже капец. Ё-моё, ребят, это похоже чем-то на Венома из Человека-паука, когда эта слизь в тебя вселяется, и ты становишься большим, огромным монстром. Так, о, там даже игрок есть. Все, ребят, да, они реально похожи на зомби. Офигеть! Вот на месте игрока бы, ребят, я бы реально обделался. Это реально очень стрёмно выглядит. Так, все. Они его тоже сейчас, ребят, заразят. Офигеть! О, нет! Им кто-то помог. Кто это? Это Пиби, ребята! Вау! Так, ладно, ребят, какой-то госпиталь. О, смотрите, ребята. Зеленый друг девушка. И получается, зеленая подружанца родила ребенка. А отец синий друг, ребята. Окей, ребята, у нас парочка синий друг и зеленый. Так, окей. Синий друг пришел навестить свою женушку и своего ребеночка, посмотреть на него. Так, давайте посмотрим на это чудо. На маленького радужного друга. А почему он желтый? Почему он желтого цвета? Так, ага. Синий друг немножко не понимает, какого фига это вообще могло бы произойти. Ну-ка, давайте подумаем. Синий плюс зеленый должно равняться синий, по сути. А оранжевый плюс зеленый равняется желтый. Значит, ребята, зеленый что-то ему не договаривает. Так, окей, это у нас синий и оранжевый спят. Апельсинчик у нас спит. Так, окей, это зеленый. Он просто взял и раскинулся на их диване. И храпит. Ё-моё, оранжевый, ребят, это не нравится. Ребят, а вам кто больше всего нравится из радужных друзей? Напишите, ребят, в комментариях. Вот мне нравится зеленый и апельсинчик. Они реально самые забавные персонажи. Все, ребята. Из-за зеленого оранжевый взбесился и поджег всю квартиру. Так, о, ребят, это у нас фиолетовый друг. Он ходит, ребят, по дому. Так, воу, а это Хаги-Ваги, что? Ладно, фиолетовый, беги быстрее. Блин, ребят, рисовка очень крутая на самом деле. Мне нравится такая анимация. Такая необычная, 2D. Так, все. Окей, у нас зеленый. Я как понял, ребята, оранжевый сейчас всех разыгрывает, всех пранкует. Воу! Ему поменяли шампунь! Нет, не мойся этим шампунем! Ой, боже мой, зачем он их разыгрывает? Ё-моё! Я отвечаю, ребят, сейчас оранжевый сам попадется на чей-то розыгрыш. Так, окей. Апельсин меняет тортик на бомбочку. Ну-ка. Да, ребят, смотрите, синий друг дает апельсину. Ну там бомба! Бегите! Ё-моё, сейчас взорвется! Так, ладно, они спрятались. Зеленые и фиолетовые злится. Все, ребята. Оранжевый друг поплатился. И сам угодил в свою ловушку. Вау, ребят, смотрите. Это мега-огромный радужный друг. Сейчас он будет охотиться на Грегора, ребят. А после мы увидим анимацию про первого друга зеленого. Такого, ребят, вы еще не видели. Поэтому, ребят, обязательно смотрим до конца. Так, ладно. Грегор издевается над монстром. А монстр хочет отомстить Грегору за то, что он съел всех его друзей. Так, давайте посмотрим. А прикиньте, ребят, что во второй главе «Радужных друзей» будет такой монстр. Это же будет реально очень крипово. Так, ладно. Грегори свалил вроде бы. Прошел все уровни. Но нет. Радужный друг не останавливается. Он продолжает биться. Смотрите. Он придумал, ребята, такую штуку, что теперь он может реально любые двери открывать с помощью своих способностей. Воу! А Грегори вызвал Фредди из FNAF Security Breach, ребята! Ё-моё, ребят, вы как считаете, кто победит? Фредди или Радужный друг? Ё-моё, ребята, это реально очень сложно, ребята, угадать. Так, ага. Они что-то, ребят, задумали. Это Чика? Тут собрались все персонажи, как я понимаю. Так, ладно. Ё-моё, как Радужный друг смог спотыкнуться на какой-то слизи? Это же... это очень странно. Да, ребят, реально, анимация очень странная, ребят. Но впереди, ребят, еще куча крутых анимаций, которые нам надо посмотреть. Поэтому давайте досмотрим до конца. Так, ладно. Друг что-то придумал, ребята. Он что-то задумал. Так, ах, какая-то слизь. Он снова подскальзывается. Ё-моё! Очень-очень странный бой, ребята. Я думал, будет намного эпичнее. Но пока что, ребят, что видим, то видим. Так, окей, Грегори, ребят, побеждает радужного друга с помощью жвачек. Ладно, о. Ребят, смотрите. Он украл у него корону, и его способность синего друга уменьшилась. Офигеть! Так, он ему засунул хот-дог. Так, воу.
и чем-то острым на него полил. Боже мой! Реально какой-то острый соус. Офигеть, Грегори побеждает радужного друга обычной едой. Это очень, ребята, абсурдная ситуация. Так, ладно. А радужному другу нужно водички, а то он ослеп от этого острого соуса. А что у него с рукой? Что за дырки, ребята? О, все, ребят, начинается анимация про первого друга зеленого. Так, вроде пока все нормально. Блин, почему над зеленым издеваются? Какая-то вечеринка. Ага, синий друг выступает на сцене. Так, ладно. Зеленый друг влюбился. А, нет, он ему кричит, ребята. О, нет! Ребята, кто украл синего друга? Это кто такой, ребята? Это кто вырвал глаз синему другу? Кто это такой? Ё-моё! Зеленый решил отомстить за своего друга. О, это очень мило, ребята. И вот, ребят, смотрите. Он ему дал пуговицу. Вот это, ребята, вот это настоящая дружба, ребята. Это первый друг зеленого. О, это очень мило, ребят. Ну не расстраивайся, синий, зато теперь у тебя есть друг. Так, о, ребят, смотрите. Здесь синий друг пройдет в 100 дверей Roblox. То есть он попадет к страшным монстрам. Давайте посмотрим, как он сможет их пройти. Ведь я сам реально никак, ребят, не мог пройти даже 10 дверей. Это очень сложно. Ребят, а вы сколько... А, ребят, вообще играли в эту игру? Если да, ребят, то напишите, сколько вы смогли всего пройти дверей в Doors. Так, окей, ребята. А, синий друг, ребят, боится. Он взял эту метелку, чтобы отбиваться от монстров. Так, ладно. Пока что вроде никого нету. Пока что вроде все нормально. Но нет! Ребята! Что это за монстр? Я не знаю, ребята, его первый раз вижу. Как его зовут? Если, ребята, вы знаете, напишите в комментариях. Так, ладно. Синий друг вроде бы спрятался, но нет! Его нашли! Как он его находит? У него же нету глаз. Или он ориентируется на слух? Это очень стрёмно, ребята. Я бы не хотел оказаться на месте синего друга. Воу! Так, есть! Он засунул, ребят, ему метелку в рот. И теперь он не может сомкнуть пасть. Так, все. Теперь он беспомощный. Воу! У него застрял в горле фонарик. Так, все, давай, доставай и вали из этого места. Тут реально очень стрёмно. Так, все. Синий друг, давай выбирайся быстрее. Что он хочет сделать? Воу! Не надо было этого делать! Он ведь тебя сейчас сожрет! Ё-моё! Так, погодите-ка. Воу! Офигеть! Что он делает? Что он... Он достал сердечко, серьезно? Может, ребята, он не злой, может, он добрый? Может, он хочет подружиться? Что? Он с помощью фонарика и сердца превратил в яичницу? Да, ребята, это очень странно. Ну, давайте посмотрим, ребят, чем это все закончится. Ага, синий, ребята, влюбился в этого монстра, а монстр, ребята, влюбился в этого друга. Да. В стране анимации, ребята, я еще не видел. Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!